Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Велавива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется горный велосипед для подростков от украинской компании «Команчи». Модель называется «Река Диск». Это велосипед с колесом 24 дюйма, алюминиевая рама, тормозная система дисковая. Это краткое описание этого великолепного велосипеда. Ну а более детально можно уже посмотреть следующем. Покрышка здесь идет смешанная. Смешанный протектор. Имеется в виду то, что непрерывная центральная часть и большое количество шипов позволяет тихо, легко ехать по асфальту. Но также эти шипы позволяют удачно держать велосипед на пересеченной дороге. Комфорт и качество в этой покрышке. Эти покрышки стали укомплектовывать велосипеды подростковые с 2018 года. Но компания «Команчи» идет вперед, шагает ногу со временем и ставит хорошие покрышки. Велосипед комплектуется колесом, у которого эксцентрик легкосъемный. Тем самым легко снимать и ставить велосипед. Ну и, конечно, бомбеха – это то, что у велосипеда есть тормоз дисковый. Дисковый тормоз для подростка – это самое оно. Каждый ребенок мечтает о крутом велосипеде. Вот и данный велосипед является высокой технологической продукцией от компании «Команчи». Здесь идет вилка «Сантур» с ходом 70 мм. Очень удачная вилка, в которой есть даже регулировка жесткости. На 2 см зажимается пружина путем вращения рычага предлоу. Рулевая нормальная, отличная. Руль здесь имеет возможность подниматься. Тем самым изменять угол наклона спины у ребенка. Тормозная система от компании Shimano. Идут моноблоки. Передний переключатель 3 скорости и тормоз совмещены в одной ручке. Задний переключатель 7 скоростей и тормоз также совмещен в ручке. Удачные здесь ручки грипсы, которые позволяют руке, если запотело, не проскальзываться. Удобные. Она очень хорошо отводит влагу, здесь специальные каналы, ну очень классный руль и грипсы. Велосипед выполнен в красивом цвете, черно-красным с синими вставками, красивый, удобный дизайн. Передний шатун от компании Команчи, CSC, как они себя иногда позиционируют, с соотношением звезд 22-32-42. И защитным щитком. Для детей это очень приятно. Они любят, когда какая-то защита дополнительно идет. Сзади идет переключатель Tornet 300. Это удачный, хороший переключатель от компании Shimano. И велосипедная компания Команчи уже скомплектует подростковые велосипеды такими крутыми переключателями. Это большой плюс очередной компании Команчи. Сзади стоит Семерик. Семерик с легкостью позволяет проехать большие тяжелые расстояния и горки. Также стоит отметить, что у велосипеда Арека Диск есть специальные крепления, при помощи которых вот одно, вот здесь второе, и с другой стороны рамы также. 4 получается отверстия, которые позволяют установить здесь багажник. Тем самым велосипед можно превратить в дорожный. Горный велосипед легко превращается при помощи установки для него багажника, и это класс. У велосипеда велосипед комплектуется камерой с ниппелем автомобильным. Это легко накачиваемый тем самым колесо. Велосипед комплектуется ободами двойными алюминиевыми. Классные, хорошие, надежные. Ну и подсидел. Легко изменяет высоту при помощи эксцентрика. Есть педали пластиковые. Это стандарт, нормальный велосипед. Также у велосипеда классная сидушка у подростка. В этой модели, что нет у многих больших и взрослых велосипедов, есть специальное отверстие. Снимает избыточное давление в паховой области. Это комфорт. Комфорт и качество. Сидушка мягкая и удобная. Такой велосипед покупают подросткам с ростом от 1,20 м и выше. Купить велосипед и кататься — это всегда к нам. Если вас заинтересовал данный велосипед от компании «Команч», звоните в наш киевский велосипедный магазин. Приходите. Если вас заинтересовал наш видеоролик, подписывайтесь на наш YouTube канал. Всегда будем рады выслушать ваши отзывы. Если вас заинтересует что-то, всегда готовы с вами торговаться. Скидки гарантируем. До скорого.